Турция тоже хочет открыть посольство в Иерусалиме. Ранее Турция уже признала Восточный Иерусалим столицей палестинского государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет открыть посольство в Восточном Иерусалиме согласно решению Организации Исламского Сотрудничества о признании его столицей палестинского государства, сообщает Хюррият Дейли Ньюз. «Мы уже признали Восточный Иерусалим столицей палестинского государства, но мы не смогли открыть наши посольство там, потому что Иерусалим в настоящее время находится под оккупацией. С Божьей помощью мы откроем здесь наше посольство», — сказал Эрдоган. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, распорядившись перенести туда американское посольство из Тель-Авива. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что это решение нивелирует все попытки Вашингтона установить мир между Израилем и Палестиной. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что страны Евросоюза не будут переводить свои посольства в Иерусалим по примеру США. Страны Организации Исламского Сотрудничества заявили о признании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях. Палестинские власти намерены сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства. По материалам сайта newsgro.com.